Вітаю, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити вам настрій. Сьогодні 12 серпня і відзначається Міжнародний день молоді. Ідея створення такого свята належить молоді, яка зібралася на світовий форум системи ООН в 1991 році. І саме тоді запровадили таке собі свято. Варто сказати про те, що Міжнародний день молоді щороку має певну основну тематику. Ось, наприклад, були такі теми «Боротьба із епідемією ВІЛ та СНІДу», «Дії молоді для стійкого розвитку», «Зайнятість молоді», «Молодь у суспільстві різних поколінь». А ось, наприклад, у 2009 році була «Стабільність. Наш виклик, наше майбутнє». Саме так. Ще також цікава дата. У 1933 році відбувся перший матч збірної України з футболу. Супротивником виступила команда з Туреччини. Матч відбувся у Харкові і закінчився з рахунком 3-2 на користь української збірної. В 1949 році відбулася досить така цікава річ. Шпаки сіли на хвилинну стрілку Біг Бену. І через це він почав іти трохи з запізненням, аж на 4 хвилини. Я просто собі уявляю, наскільки це кому на когось потрібно ж було звернути це, а на шпаків ти не звернеш і все. Ти розумієш? А чому мені цікаво, шпаки от захотіли сісти саме на хвилинній стрілці? На годинниковій ж незручно було, потрібно було сідати лише на цю. Ну на дерево можна було б сісти, я не знаю, і ще кудись. А от, уявляєш, захотіли саме на стрілку. Ідуть англійці, дивляться на годинник, клац там 8 ранку, а на годиннику вже 8:05. І так спішать усі, і потім виходять деякі там незручності із часом. Шпаки просто змінили трошки ритм життя. Саме так. Ще також цікава річ сталася недалеко від Англії. В 1953 році Енні Девідсон стала першою жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан. Ви уявіть собі, жінка. Тут не кожен навіть моряк собі здатен на таке, а тут сама. Мама перетнула Атлантичний океан. Цікаво, вона поставила собі якусь ціль, чи, можливо, у неї були якісь життєві труднощі, і вона вирішила побути наодинці із океаном? Можливо, так. І знаєш, така доволі філософська думка. Сидиш собі, філософствуєш і пливеш через весь океан. Ти розумієш? І перепливаєш потім його. Ну, потім це, тебе це згадують. Насправді потрібно мати таку силу волі і ризикнути на, знаєш, такий цікавий момент у житті. Ну що ж, а ми також пропонуємо вам трохи мандрувати, щоправда, вже не океаном, а європейськими країнами, адже наші колеги-журналісти дізнаються, як воно живеться у Європі. Євросоюз. Останнім часом ця тема не сходить із вуст українців. Хтось боїться його неначе вогню. А хтось чекає на нього, як на манну небесну. Але ніхто не знає, чи правда там так страшно, або так класно, як малюють. Отож, ми хочемо розібратися у цьому, дослідивши шлях до ЄС тих країн, які ще не так давно перебували у так званому радянському соцтаборі. І цього разу наша програма вирушила до сусідньої Румунії. Небольшая улочка в центре Бухареста. Рядом отлично уживается здание королевской эпохи и коммунистического режима. Немножко расхлябано, немножко грязновато. Все почти как в Украине. Но есть одна большая разница. Румыния твердо стала на путь евроинтеграции и движется совершенно другим курсом. Зараз ви побачите. Як румуни дали бій корупції? Висунуті звинувачення матері і сестрі прем'єр-міністра, а його зять у в'язниці. За стіл посадили, інші їдять. Або куди поділося румунське виробництво? На жаль, країна майже нічого не виробляє. Промисловість зупинилася. Європейська наука. Як румунів привчають до економії? Фактично вже чверть спожитої електроенергії сьогодні виробляється за рахунок альтернативних джерел. Когда мы подошли к зданию антикоррупционного агентства, то подумали, что нам очень сильно повезло. Мы увидели очередного чиновника, выходящего из дверей агентства, а за ним бежали журналисты и операторы. Но потом мы поняли, что такие вещи там происходят чуть ли не каждые полчаса.
Тут завжди впізнавані обличчя політиків та держчиновників, яких або підозрюють, або викликали у якості свідків. Ми й подумати не могли, що люди, прізвища яких вам нічого не скажуть, бо то колишні парламентарі, фігуруватимуть у таких гучних справах. За ґратами брат колишнього президента. Під прицілом мати і сестра прем'єр-міністра. А його зять і поготів у в'язниці. 13 міністрів залишили уряд і чекають на вирок. І щоразу один арешт тягне за собою низку нових. Так, високопосадовців саджають до в'язниці на період розслідування. Саме через те, щоб вони не змогли використати свій вплив на суд або на хід розслідування. Два десятки років тому румуни про таке навіть і не мріяли. Це був край гастарбайтерів, циган і суцільної бідності. Адже комуніст Ніколай Чаушеску завів країну у глухий кут. Путь Румынии в Европу начался на этой площади. Вон с того балкончика диктатор Николай Чаушеску обратился к народу с призывом быть едиными и двигаться к лучшей жизни. Именно с этого момента началась румынская революция. Народ двинулся к лучшему будущему, но уже без диктатора. Чаушеску капут! Це був очевидний вибір. Приєднатися до Європейського Союзу, приєднатися до НАТО і отримати свободу, демократію, верховенство права та ринкову економіку. Після падіння режиму Чаушеску у 1989 році вже у 90-ті Румунія мала найвищий рівень корупції в Європі. Пролізти до ЄС із таким багажем було нереально. Ми розробили національну стратегію боротьби із корупцією та створили спецоргани. Деякі з них були створені ще до вступу в Євросоюз. Сам ЄС осторонь не лишився, надавши необхідну допомогу грошима і досвідом. Та й румунський парламент швидко ухвалив потрібні закони. У першу чергу були внесені зміни до кримінального і кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, був ухвалений закон розширеної конфіскації. В ЄС не хотят, чтобы здесь была большая коррупция. А поскольку Румыния хочет двигаться в ЕС, хочет, наконец, стать полноценным членом, ввести здесь евро, то она и предлагает усилия в этой сфере. У 2006-му тодішній президент Румунії Траян Бесеску видав наказ. Спецслужби не можуть впливати на діяльність засобів масової інформації. Колишній комітет держбезпеки став прозорим. Буквально. Але залишилась серйозна проблема. Низькі зарплати борців із корупцією. До хабара рукою подати. Ми збільшили середню зарплатню перевіряючих, і зараз це близько 2000 лей, приблизно 500 євро. До того ж, ми ретельно відбирали співробітників на базі жорсткого конкурсу. Наші розслідування починаються з сигналів, які надходять як з боку державних установ, так і від звичайних громадян. Зараз поскаржитися в Румунії може будь-хто. Заповнив форму і вуаля. Прокурор уже її розглядає. А там, де ви, і справу відкриє. У порівнянні з минулим роком кількість звернень від громадян зросла на 78%. Це означає, що прості люди все більше і більше довіряють нашій установі. Правила, які тут встановлені, може бути, не всім подобається, але всі визнають, що благодаря цим правилам країна рухається в правильному напрямку. Для багатьох політиків боротьба із корупцією стала персональною справою. Ми, як звичайні люди, вбачаємо, що ці зміни на краще. Зло має бути викорінене. Люди розуміють, чим нижчим буде рівень корупції в країні, тим вищим стане рівень їхнього життя. Утім, заяви чиновників ще не означають, що країна стала суцільним райським місцем. На жаль, ті, хто при владі, вони крадії, і вони залишаються при владі, так само, як і в Україні. Діяльність антикорупційного бюро – це, звичайно, круто, але в ньому порушують справи з великим запізненням. Недавно тільки ми узнали про те, що арештували мера Констанці, а сьогодні він уже вдома. Тут ходить така шутка про те, що просто в тюрмі для нього не знайшлося місця. Там слишком багато чиновників. Його перевіряли уже декілька разів, і він провів у в'язниці лише одну ніч. Тому що суд вирішив, що для того, щоб його утримувати довше, доказів недостатньо. Тим не менш, саме завдяки боротьбі із корупціонерами до бюджету країни повернуто сотні мільйонів євро. Мета нашої установи – позбавити Румунію від корупції. Звісно, цього досягти неможливо ні у нас, ні в будь-якій іншій країні. Але ми сподіваємося, що рівень корупції зменшиться настільки, наскільки це можливо за даних умов.
За 8 років перебування у європейській спільноті Румунія добряче змінилася. І у першу чергу завдяки інвестиціям із боку ЄС. Самі ж румунці бідкаються. Мовляв, під яскравою обгорткою зовсім не цукерка. На жаль, країна майже нічого не виробляє. Промисловість зупинилася. В економіці Румунії произошло все то страшне, чого боялися в Україні. До того, как она стала на пути евроинтеграции, здесь было очень много нефтеперерабатывающих заводов, больше, чем в Украине. Здесь выплавляли очень много металла, поставляли продукцию легкой промышленности во многие страны. Сейчас значительная часть всего этого не работает. Та це не втрата, а зміна, вважають румунські посадовці. Мовляв, колишня промисловість була пшиком, адже орієнтувалася на країни третього світу. Тому ні колишні технології, ні якість румунської продукції не могли конкурувати з європейськими. Наразі ж 75% вироблених товарів експортують до Європи і заробляють на цьому близько 10 мільярдів доларів щороку. При цьому экономическая ситуация в стране лучше, чем в Украине. Если в 93-м году здесь средняя зарплата составляла 45 долларов, то есть в Украине было больше, то сейчас 400 евро. С Украиной сравнивать, наверное, излишне. Утім, мешканці столичного Бухареста не розділяють нашого оптимізму. Тарифи на комунальні послуги дуже зросли, а наші зарплати не піднялися відповідно до їх росту. Я так собі думаю, якщо у нас тарифи такі, як в Євросоюзі, то й зарплати мають бути схожими. Та в Євросоюзі чудово розуміють, що гаманці румунів погано витримують комунальне навантаження. Відтак цю проблему має розрулити програма енергозбереження. Це робить муніципальна влада, вона частково фінансує там співвідношення 25% муніципальні кошти, 25% це кошти громадян, і 25% державний бюджет, і 25% це європейські кошти. Як утепляють дома в Україні? Кожен покупає собі пенопласт і ліпить, як у кого вийде. А вот как это делают в Румынии. Вот это старая часть, еще не утепленная, а вот это новая, полностью реконструированная. Фактично ці будинки можуть бути на мінімумі забезпечення теплом взимку і фактично мінімум також потрібно енергозатрат. До того ж, майже чверть спожитої електроенергії сьогодні виробляється за рахунок альтернативних джерел. І зупинятися румуни не збираються. Ми запланували близько 2 мільярдів євро для того, аби ще більше підвищити енергоефективність наших будинків. Так, румуни навчаються економити по-європейськи. І радіють, що потроху втрачають статус найбіднішої країни. Якби ми йшли цим шляхом самостійно, то, можливо, відхід від комунізму розтягнувся б на 2 покоління. Десь 40 років нам би знадобилося для того, аби позбавитися цього тягара. А сьогодні до нас на гостини завітала психолог Наталія Махно. І будемо говорити про цікаві речі, про сни. Що ж вони можуть означати і чи насправді сни бувають віщими? Вітаю вас, Наталія. Вітаю вас, Галина Вову. Теж вітаю. Вітаю на студії. І вітаю усіх слухачів, глядачів. Так. А дивіться, така річ говорить, що дійсно, якщо людині сниться сон, то тобто її мозок не відпочиває. Чи так це і чому так відбувається? Хороший вопрос. Я не могу сказати, що не отдыхает мозк. Нам вообще постоянно сняться сни. От хороший вопрос ще в тому, а можемо ли ми їх запомнити? Действительно, бывает перегруз, когда, например, день такой сложный, много событий, и они как-то там отпечатываются у нас, и получается, что мы действительно можем как бы не отдыхать, и мы эти события, вот, которых было много, мы их как бы дальше продолжаем смотреть. Поэтому мы можем не отдыхать. Но на самом деле сны – это очень хорошо. И что мне хотелось бы сегодня донести, что сны могут быть нашими помощниками. Угу. Мало того, что есть вещи сны, вот вы о них говорили, есть еще сны-помощники. Например, можно задать какой-то вопрос, который вас волнует, и получить ответ. Ничего во сне. Себе. Да. Цікаво, як це відбувається. Наверное, стоит рассказать, как подготовиться ко сну, потому что, ну вот мы немножечко до эфира так с вами обсуждали, как бывает. Бывает так, что, например, человек, даже если хотел бы он какой-то ответ получить, насмотрится ужастиков на ночь, да, или начинается, uh-huh. начитается какой-то литературы страшной, потом закрывается книжка, и дальше продолжает мозг, да, генерировать какие-то образы. Поэтому здесь, например, расшифровывать сон не стоит. Подготовиться ко сну – это лучше всего, например, как-то освободить время для того, чтобы ничего не смотреть, не читать, ни каких-то новостей. Мы сами понимаем, какие новости бывают, они uh-huh. действительно грузят. Не смотреть каких-то программ серьезных, а просто подумать, вот вообще все убрать и подумать о той проблеме или о той задаче, которую нужно решить. И это первое. Второе. Много факторов
факторов, которые влияют на это. Нужно, чтобы в комнате было, например, не очень жарко, не очень холодно, чтобы был свободный, хороший воздух, свежий. Потому что, например, если нам будет очень жарко, душно, мы все время будем просыпаться, то есть тоже сон достаточно тяжелый. Есть еще один момент. Люди, которые с нами спят, если мы с кем-то спим вместе в одной кровати, они тоже могут влиять на то, что мы можем увидеть немножко нечестный. Объяснение простое. Если мы говорим о эфирном поле человека, то, например, два человека, которые спят рядом, ну, их эфирные поля пересекаются. Ну, если вот простым языком объяснить, мы можем ловить чьи-то сны, а потом начинать их интерпретировать как собственные, и вообще не можем понять, а что происходит. Поэтому некоторые люди, те, которые... но действительно хотят получить ответы, для них это очень серьезно, они даже вплоть до того, что, например, там одну ночь, если они в паре живут, они ложатся отдельно для того, чтобы никто не мешал. Ну, тем более могут по-другому как-то мешать, да, я имею в виду в хорошем смысле слова. И тогда, возможно, человек может расслабиться и увидеть сон, если он его запомнит. Потому что вы знаете, что мы можем просто сны не запоминать, правильно? От, до речі, чому відбувається така річ? Я от протягом ночі можу бачити близько десь 5 снів. І причому із них 2-3 десь я запам'ятовую. От я просипаюсь, прокидаюсь і можу в деталях описати, що власне зі мною відбувається. Чому одні люди запам'ятовують сни, а інші ні? Саме так, тому що насправді от, я на протиріччя Галі, тому що я реально не запам'ятовую сон. Можливо, останній, то взагалі там хвилинки 3 його пам'ятаю, все, і далі я вже його повністю забуваю. Бувають такі, які, от, наприклад, от, на все життя запам'ятовуються, там один-два і все, а от такі, щоб от, сьогодні він мені приснився, я його в день розповісти про нього, я вже не зможу. Я представитель онтопсихологии, это направление психологии, и онтопсихологи считают, что есть две причины, по которым человек может не помнить сны. Либо у него все хорошо в жизни, ну вот вообще все хорошо, он идет в правильном направлении, у него все отлично, вот по всем параметрам. Либо же есть какой-то момент, когда, например, сознание вот блокирует, то есть мы всегда помним, ну, то есть у нас всегда есть сны, они всегда у нас есть. Вот другой момент, что мы их не помним, то есть какая-то цензура. Вот цензура, наверное, больше слова подойдет, которая не пропускает. Потому что вот если представить сознание бессознательное, сознание — это как верхушка айсберга, а все остальное бессознательное, и оно это мы тоже, оно живет, и оно как-то пытается достучаться, но не получается. А через сон оно может выплывать, и вы его можете увидеть. Но здесь тоже работает сознание, которое так ну-ну-ну. Вот поэтому мы можем не запоминать сны. Но есть еще один момент, о котором я не сказала. В нашей культуре, наверное, к сожалению, не принято сны, ну, обращать на них такое, знаете, серьезное внимание, запоминать. То есть мы считаем, что это такой же процесс, как дыхание, например. То есть, ну сны, ладно, да. Но, кстати, вот я, знаете, недавно о чем подумала. А ведь наши бабушки, прабабушки, они даже серьезнее к этому относились. Ну, согласитесь, вы, наверное, слышали от своих бабушек там что-то по такому поводу, что там и Нина, сны все сонные, цема будь, та-та-та-та-та. Вот я даже от своих родителей, ну, как бы я знаю, что они не обращают особо на это внимания. Поэтому нет такой культуры запоминать сны, и мы считаем, что это не важно. А на самом деле это важно. Вот опять же, если возвращаться к тому, что сон может быть помощником, есть люди, которые серьезно этим занимаются. Я имею в виду, серьезно занимаются тем, что стараются сон запомнить. А это бывает тяжело. Даже если ты все сделал правильно, даже если ты отдохнул, не смотрел никакие там серьезные фильмы, сон — такая вещь, она ускользающая. Вы же сами знаете, бывает, вот проснулся, ты помнишь, прошло 2 часа, ну, вроде бы помню направление, но я не могу уже запомнить детали. Поэтому люди, которые хотят исследовать себя, вот понять себя настоящего, вплоть до того, что проснулся и быстренько раз взял карандаш или iPad, быстренько записал основные элементы сна, какие-то основные символы. А потом ты уже можешь интерпретировать. Даже бывает так, что в течение дня, утром, например, ты посмотрел расшифровку, а в течение дня ты смотришь: «О, вот, мне же приснилось, так вот же оно». И бывают сны как бы предупреждения. Это, знаете, есть люди, которые ходят к гадалкам, например, есть какой-то вопрос сложный жизненный, они ходят к гадалкам, ну, я как бы не могу сказать ничего хорошего, ничего плохого, я в этом вопросе некомпетентна, но хорошо, если гадалка там правильная, если она скажет, там, например, направление, в котором действовать. Зачем куда-то ходить, если у тебя есть инструмент, с помощью которого ты можешь сам себе помочь? Например, если у тебя есть действительно какая-то задача серьезная, ну, не знаю, допустим, выбор, одна работа или вторая работа, вроде бы и тут красиво, и тут хорошо, ты не можешь понять, потому что ты действительно всего не знаешь. Ты, сознание твое не знает, но если мы можем представить, что есть какое-то общее поле, где вот информация вообще есть, то
теоретически ты ее знаешь, и ты, ну вот не сознание, да, вот ты, истинный ты, ты знаешь, что для тебя лучше, что тебя продвинет, что даст тебе успех. Поэтому, в принципе, во сне ты можешь получить правильную информацию, но главный вопрос — расшифровать. Мы же, вы знаете, мы же такое бывает видим во сне, угу. И потом, и куди его притулить, вообще совершенно непонятно, согласны? И найцікавіше це те, що існує дуже багато теорій. Да, от хотілося б з вами зараз розказати про інтерпретації із головних, можливо, якісь снів, там які образи нам сняться, і як правильно їх розтлумачити. Вот это вот очень интересный момент, потому что я всегда интересовалась снами, даже когда я, ну, до того, как я вот занялась этим направлением. И поверьте, у меня, там, я не знаю, 20 лет назад была масса сонников. Ну, реально много. Я пыталась понять, ну, вообще тут что-то совпадает, хоть что-то. Ну, возможно, какие-то элементы, да, но их мало. А так, вот иногда у меня было такое впечатление, что было задание там растиражировать, напечатать за ночь. И мы быстренько написали вот это, ну, серьезно. Поэтому здесь действительно людям сложно. Я также спрашивала у знакомых, бывает ли у них такое, что они, ну, как бы условно сами договариваются с собой, что, например, вот когда мне снится этот сон, это всегда вот это. Да, такое тоже бывает. Например, некоторые люди говорят, что, вот я помню, одна девушка рассказывала, что когда я расчесываю волосы, вот всегда это значит дорога. Это значит, я буду куда-то ехать. Ну, вот, вот у нее это работает так. Но, в принципе, то есть мы можем сами, например, замечать какие-то такие моменты. Но, в принципе, если говорить про то направление, которым занимаюсь я, и про то, как оно трактует символы, то да, есть некоторые критерии, которые нам позволяют понять, сон был хороший или плохой. Но давайте разберем на примере. Uh-huh. Я буду говорить на примере предпринимателя, uh-huh. потому что оно как бы проще и понятней. У вас есть какой-то бизнес-партнер, внешне все солидно, и вы понимаете, что, скорее всего, сотрудничество сулит прибыль. Но вы не совсем как бы можете адекватно оценить ситуацию. Как бы, картинка – одно дело, то, что mm-hmm. вам говорят – одно дело, а что на самом деле для вас, для вашего проекта, никто этого не знает. И если для вас действительно важно понять, сотрудничество будет хорошим или нет, вот мы ложимся спать, ложимся правильно, то есть я имею в виду, что не смотрим там какие-то сериалы, грузные особенно, mm-hmm. и задаем вопрос. И стараемся, вот кладите рядышком с собой какой-то листок бумаги, чтобы потом, когда вы проснетесь, сразу же раз-раз-раз и записать. Так вот, если вам снится что-то из того, например, что вы с ним вместе что-то кушаете, то есть из еды, я не знаю, там кофе вместе пьете. Если вам снится, что вы, чем символы более к среде, вот, в которой человек обитает, они ближе, тем лучше, тем позитивнее они. В общем, в этом плане, если вам приснилось, что, например, вы с ним пьете кофе вместе, то да, сотрудничество будет плодотворным и так далее. А если, например, вдруг вам приснилось, что не обязательно с ним, кстати, это может быть и другой человек, допустим, который обладает чертами характера этого бизнесмена, вашего партнера. Но если вот такой есть элемент позитивный для человека, знаете, как привести пример? Для первобытного человека. Потому что все меняется, но для нас, как для людей, что нам дает рост, что нам помогает? Ну, вот без чего мы не можем обойтись? Вода, еда, правильно? Угу. То есть это первое, что хорошо. А все остальное, то, что нам кажется даже ценностью какой-то, например, ну, драгоценности, для первобытного человека, ну, в принципе, не имеет значения. Вот. Поэтому, если вам, например, приснился сон, что какая-то там драгоценность, и вы можете сознательно проснуться и подумать, о, наверное, классный проект, это будет много денег, то на самом деле нет. Вот сон говорит о том, что это фальшивка. То есть настоящей ценности в этом нет. Или вы, например, там в ресторане с вашим партнером по переговорам, и, я не знаю, там гайки какие-то снятся, или какие-то декоративные элементы. То есть, ну, а где то, что вам как человеку будет полезно? То есть это вот первое. Если мы говорим о таких элементах, как вот еда, вот я говорю, это хорошо, хотя тут тоже вода, хотя тоже нужно понимать, то есть всегда нужно смотреть, в какой среде, и как это влияет на человека. Вода хорошо, потому что без воды мы не можем обойтись. Но если вдруг, например, вы в море, это, в общем-то, вот хорошо, это значит, вы развиваетесь, это вообще супер, вот такой позитивный сон. Но если, например, вы тонете, это другая ситуация, mm-hmm. это та же вода. Или там вы упали в колодец, сверху вас еще и поливает водой. То есть нужно, ну, со всех сторон посмотреть и интерпретировать. Кстати, вот люди боятся, бывают снов, которые связаны с смертью. Им кажется, что это что-то значит. Как правило,
не надо пугаться, ничего это не значит. Это новое рождение, то есть это какая-то, ну, выход в новую ситуацию. То есть ничего такого здесь нет, поэтому если вдруг такое приснилось, не переживайте, все хорошо. А десь дуже часто буває сняться діти. Що це може символізувати? Нужно, опять же, смотреть в контексте беременности или детки? Детки, да? Дети, так. Дети, это могут быть и какие-то... Это можно рассмотреть как инфантильность, с одной стороны. Можно и рассмотреть как какие-то нереализованные моменты в нашей жизни, которые нужно реализовать. Нужно сон, конечно, рассматривать. Понятно, что каждый символ, он что-то в себе несет, но вот как я говорила с водой, да, нужно смотреть, что еще происходит. То есть нужно все в связке смотреть. Вплоть до того, например, зима или лето, не знаю, дождь или хорошая погода, это также означает что-то. Например, если это дождливая погода, то, как правило, психика, значит, находится в каком-то таком дождливом тоже состоянии, не очень хорошем. А если наоборот, вы видите, что разворачивается какое-то событие, луг открытый, солнышко, лето, а не зима, то это хорошо, это позитивно для вас. То есть все, відповідно, йде до ситуації. Тобто, в якій ситуації знаходиться той предмет, який нам сниться, і вже потім, відповідно, нього потрібно вже також зв'язувати це і трактувати. Так, да, тому що є, наприклад, от якщо, наприклад, ми говоримо о сні, і він такий, немножко з негативною краскою, от якщо символ комахи, насекомое, в принципі, це не дуже добре. Ми, опять же, беремо від того, для чоловіка, в принципі, от якщо раніше він жив, що таке насекомое. Насекомое, пользы від них, в принципі, ніякої, може бути, крім... пчел, да? Но если человек вдруг занимается пчелами, вот пчелы, он такой образ, может быть и хорошо, но, допустим, нужно тоже вникать в ситуацию, что для человека означает этот символ, потому что, я не знаю, могу предположить, вдруг мы говорим не о пчелах, а об осах. Если, например, Вова разводит ос, нравятся они ему, я не знаю, у него там вообще там дома рассадник этих ос, но нужно тоже понимать, что для него. То есть для него это не опасность, для него это интересно, вот есть такое хобби, как и для человека, который занимается пчеловодом. Да? То есть он этим занимается каждый день, и поэтому также могут сниться ему такие сны. Да, поэтому, опять же, тоже нужно понять, почему такой сон приснился. Это продолжение дня, который я не пережил. Это вообще там от кого-то я там цапанул, кто рядом спит. Кстати, не обязательно рядом с вами в кровати, а за стеной сосед, соседка. Что такое перегородка? Что такое, стены? Для того, чтобы информацию поймать, это немного, то есть стены недостаточно. Если, например, представить, что вот стена, вы спите головой сюда, и вот сосед или соседка головой, то вы можете ловить чьи-то сны и не просыпаться, не понимать, откуда, с какой стороны, и вы даже не сразу догадаетесь, что вот даже вплоть до такого может быть. Поэтому тут такие, знаете, нужно все смотреть в комплексе и вообще пытаться отслеживать все вот эти вот моменты. И мне кажется, я уверена, это очень интересно отслеживать свои сны, потому что что-то, конечно, будет непонятно на первых порах особенно, но вы много чего интересного узнаете о себе. Я погоджуюсь с вами, потому что я постоянно запам'ятовую, я постоянно запам'ятовую сны и намагаюся побачити їхнє тлумачення. Я помічаю одну цікаву річ. Якщо мені сниться, що я бачу себе в дзеркало, 100% я захворію, у мене буде боліти горло, або буде нежить, або буде температура, тобто іде таке відслідування. Ще дуже сильно боюсь, коли мені сняться зуби, тому що мені постійно сниться про те, що в мене відкрошується, відламується, випадають пломби. І дуже часто, можливо, це я так на підсвідомості пов'язую, але сняться останні зуби – це значить, що хтось помирає, якщо я правильно бачила тлумачення снів, то що хтось помре чи хворіє. Я теж смотрела. Ви знаєте, в чому-то вони, общее что-то в ньому є, вот в зубах, да? Тому що, дійсно, багато соніків говорять о том, що, нехороші речі, говорять о том, що, возможно, ми можемо потеряти рідних людей. Может быть, не обязательно. Может быть, это на каком-то физическом или психическом уровне у вас не все хорошо, но в любом случае, если нам снится, что с нашим организмом что-то не то, то, скорее всего, например, зубы, не должно же так быть, да, то нужно обратить внимание на что-то, действительно, что-то не так происходит в нашей жизни, и нужно обратить внимание, не обязательно, что это кто-то из родных, нужно обратить, хотя такое тоже бывает. Знаете, вот как бывает еще, человек прочитал сонники, ой, плохо, все, и он это, у нас же еще память избирательная,
Например, если ему приснилось там 10 снов, и 3 из них действительно подтвердились вот тем описанием, то он вам расскажет, да, работает. И он забудет о том, что... А 7 снов, когда ему приснилось, что зуб выпал, ну, ничего не было. Или было, ну, допустим, какие-то проблемы с его здоровьем. Поэтому память избирательная тут... Поэтому лучше записывать. Угу. Тогда вы будете обращаться к этому и понимать. Кстати, сны действительно бывают вещи. Это, то есть, это нужно понимать сон. Вот как он приснился, так он и есть. От щодо цього, до речі, ми також перед ефіром говорили, угу. Чи обирали, які кому сни сняться. От дійсно, я взагалі снів не запам'ятовую, але от 2-3 таких з дитинства пам'ятаю. Також був якийсь випадок, що от приснилося мені, як чоловік грає на баяні, і повністю я пам'ятаю навіть цю всю мелодію. І на наступний день я бачу цього ж повністю цей весь образ, цю всю мелодію на святкуванні, то і отже, ну, повністю він трактується так, як і був у мене в голові. Ну, тобто це єдиний такий один з тих випадків, який повністю запам'ятався. А скільки, Вова, було вам літ? До 12-13 років взагалі. Як це событие змінило життя чи ніяк? Просто взагалі ніяк, але так? Просто от, передбачив, повна так, трактовка того, що було наступний день. А ви ще знаєте, коли у людей бувають такі от сни, от як у Вови, як правило, це говорить про те, що інтуїція дуже добре працює, треба користуватися цим. Тобто, потрібно якось це розвивати далі, раз тим більше вам може от так от блоком присниться, і потім раз, і я бачу те, що приснилось. Но є, кстати, сны, которые не обязательно нужно как-то интерпретировать. Бывают сны, сны бывают, да, нужна интерпретация, которую нам могут понять, что-то исправить в своей жизни для того, чтобы мы были более успешными, чтобы со здоровьем было все в порядке. Потому что бывает так, что на физическом уровне человек еще не болен, но сон уже показывает, что процесс, ну, динамика есть, процесс запущен. И это можно отследить, и это можно исправить, пока еще оно так раз и не расцвело буйным цветом. А есть сны такие, такого порядка физиологического, которые не обязательно расшифровывать, я объясню почему. Ну вот, допустим, ну, Галя, может, меня поймет, хотя... Мы как девочки поговорим. Допустим, девушка на диете. И такая страшно зленька, бы хочется есть. И снится... такой процесс, да. Вова тоже понимает. И тут снится ей, что, не знаю, такой вкусный пирог или тарелка борща. Не нужно этот сон расшифровывать по той причине, что она голодненькая, бедненькая. И организм уже требует. Да, то есть я могу расшифровывать это как что-то классное, да, какое-то развитие и так далее. Нет, ну просто она кушать хочет. Вот такой момент. Или, например, пить хочу, там не поставила стаканчик с водой возле себя, и мне снится, что я там и пью, и напиться не могу. То есть вот такие моменты бывают. Не все сны нужно расшифровывать, а бывают такие сны, которые в принципе не надо расшифровывать. Единственное, что на первых этапах бывает сложно понять, что вообще приснилось. То есть его нужно расшифровывать или нет. Это сны такие, провокации психики, которые... уводят нас с нужного пути. И когда такой сон увидишь, начинаешь как-то хаотично пытаться что-то предпринять, что-то решить, и бывает, ты делаешь ошибку. Вот, поэтому, ну, или тогда к специалисту обращаться, чтобы он немножко направил. Или же вот самому, у нас все есть, все инструменты есть. Если вы этим заинтересуетесь, то вы запросто сможете со временем такого себе помощника приобрести в виде сна. Потому что я знаю очень многих бизнесменов, предпринимателей, которые действительно много вопросов серьезных решают с помощью такого инструмента, как сон. Потому что если мы говорим о крупном бизнесе, о больших деньгах, то, конечно, хочется понять, вот сотрудничать с этим человеком или нет. Это, кстати, может быть даже и не обязательно бизнес-партнер. Вот есть, допустим, Галь, два парня, и этот нравится, и этот вроде хороший, не поймешь. Да? Угу. А сон тоже может показать для тебя, кто будет все-таки лучше, вплоть до такого. Поэтому это очень классный инструмент. Ну, Вова, это тоже касается. Что ж, дякуємо, Наталя, за такі поради. Сподіваємося, що ви, любі глядачі, будете якось серйозніше ставитися до снів, і нехай вони вам лише допомагають. Дякуємо вам, бажаємо вам успіху, да, розвивати надалі таку от корисну дію, або розповідати людям, що ж означають їхні сни, тому що дійсно ми на це не завжди звертаємо увагу, але це потрібно робити. І дуже полезно. Да. Я вам желаю успіху, пусть тільки хороші сни сняться. Спасибі. Дякую.